Интернет почитай. Интернет читай. Пока я без интернета ездили. Понял, Александр? Гораздо правда. Кипятком. И что, у меня потом прошло? Ну, я не знаю. Потом жаловаться перестал. Интересно, как хуже накапливается. А шевелиться не перестал? Кошмар. Какая-то дыра, днище достал. Говорят, тут можно дизентерию помыть. Здесь нет Wi-Fi. Вы видели козы? Они там на помойке. Кому интересно? Ну в этой штуке должно быть тепло, пока она спает. Совсем не пахнет.
черт, там еще под ногами черти что. Я сегодня быстрее всех сосал. Сегодня я впервые почувствовал, какой кайф нейтральной плавучести. Висишь и вообще не двигаешься. Кайф. Я вначале напрягался как-то вверх, вниз, что-то устал, думаю, дай расслаблюсь. И так хорошо. Я в конце, когда у меня стало мало воздуха, вообще не мог. Держи.
опять десятка. Спидометр мертвый. Серьезно? Да, нахер он нужен. Такий пейзаж, конечно. Другой дорогой.